Всем привет! Ожидание закончилось. Пора заглянуть в открытый мир Dying Light 2. Dying Light 2 вы становитесь Эйденом Колдуэлом, странником, который пытается разгадать тайну из своего прошлого. Она приводит его в город, возможно, последний оплот человечества. Сначала вам кажется, что это тревожное и жестокое место разорвет вас в клочья. Но затем вы встречаете ночных бегунов, опытных выживальщиков, когда-то помогавших людям. By the way, I'm Hakon. You were a night runner. You used to help people, remember? Night runners are gone. Finished. A myth. Неизвестно, можно ли им доверять, но когда вокруг тьма, союзники очень нужны. А новые темные времена уже настали. Прошло уже 15 лет с тех пор, как мир навсегда изменился. Прежняя цивилизация сгинула, но на ее руинах возвели новую. Люди отчаянно сражаются за скудные ресурсы. Здесь больше нет правил, а слабость наказывается. She's innocent. Три фракции борются за власть в городе. Выжившие гордятся тем, что могут приспособиться к любым условиям и почти где угодно создать безопасные зоны. Миротворцы, дисциплинированные солдаты, желают установить свой закон и порядок и сминают все на своем пути. Ренегаты, бывшие заключенные, служат своему безжалостному полковнику, жаждущему единоличной власти в городе. Where is Waltz? Make him talk. Используйте эти фракции в своих интересах. Помогайте или мешайте им, меняя город на свой лад. Но не забывайте, что в каждой фракции очень непростые люди. Nosy Parker, ain't ya? Got some kind of bad habit of yours? Что поведет вас, холодный расчет или ваше сердце? The bazaar needs good people. Help us, and you'll find a home here. С некоторыми в городе договориться не получится. Бандиты, изгои и мелкие преступники живут только ради наживы и убийств, погружая улицы в хаос. Но наступление ночи пугает и их. Темнота меняет правила этого мира. С приходом ночи выползают чудовища, чтобы охотиться на тех несчастных, кто не успел под защиту ультрафиолетового освещения. Орды зараженных заполняют город, словно гниющая лава. Смертоносное порождение 15 лет мутаций и эволюции. Ваш единственный шанс — вертикальное перемещение и бегство по крышам. Хотя даже здесь вам не будет покоя от быстрых и опасных зараженных. Или еще большие угрозы. Но ночь — это и новые возможности. Днем логово кишели зараженными, а теперь они пусты. В них вы должны действовать очень осторожно. Но тем, кто не побоится кошмаров ночи, может выпасть джекпот. К счастью, у вас есть все необходимое для выживания. Ваши исключительные навыки паркура позволяют вам перемещаться в самых трудных местах. На крышах ваша паркурная акробатика может спасти вам жизнь. Но зачастую с врагом придется вступать в бой, и для этого нужно быть умными
запасливыми и решительными. Мы хорошо поработали над физикой боя, чтобы смачные удары большим увесистым оружием приносили удовольствие и эффектно смотрелись. Но даже в самой жестокой рубке есть место тактике. У вас есть много способов приобрести навыки, подходящие вашему стилю игры. Вам решать, будете ли вы делать упор на мобильность и паркур, или агрессивный рукопашный бой, или на создание приспособлений, которые помогут достичь успеха. Любой полученный навык может в корне изменить ситуацию и превратиться в любимый прием. В Dying Light 2 все происходит стремительно. Каждое мгновение имеет значение, и каждый ваш ход может стать победой или поражением. Выбирайте друзей и действуйте с осторожностью. Каждый ваш поступок в городе может изменить игровой мир, то, по какому пути пойдет сюжет и судьбу жителей города. И что самое важное, ваша судьба тоже в ваших руках. Главное, оставайтесь человеком.